Ну что, давайте дадим Саске возможность еще раз покрыть шпиль. Может быть, в этот раз у него и у нас это получится. Давайте делать ставки. Итак, получить не стартовые карты Кровоглазого. Наши же. Ни атаки, ни защиты. То есть у нас будет что? У нас будет еще один шеринган. Будет, видимо, еще 4 и ненависть. Так, враги в трех следующих боях будут иметь одно здоровье. Возможно, нет. Получить реликвию босса в начале может быть неплохо. По идее. Давай попробуем. У нас энергия в начале каждого хода. Я также в начале каждого хода убирается одна карта в моей руке. Я не могу разыгрывать другие карты. Я не разыграю выбранную. Ну что ж. Зато у нас 4 энергии. В оборону. Ну так и быть. Хочу сбросить удар, потянуть 4. 4 выйти. 6, 6. А, давай. Тебя. Ну, в тебя, чтобы наверняка. Оборона. Ненависть. Оборона. Мы тебя тюкнем. Так, 4. Давайем Аматерасу, чтобы держать сферы тьмы. Идем дальше. Да, на втором ходу получить золотого идола, наверное, не так уж плохо. Какой ценой? Получить травму. 18 урона. 5 максимум здоровья. 5 максимум здоровья. А давай 18 урона. 18 урона мы все-таки отличим в лагере. А, травма, надо будет избавляться. Высокая травма — это проклятие. А, давай попробуем взять тебя, чтобы потом взять руки змеи. С интернетом вроде все в порядке. Не сильно-то он и лагает сегодня. Это просто я при старте. Начинаю стартовать слишком рано. Так. Так, защита. Ну давай 8 урона. В принципе, за 2 можем с тобой разделаться. Давай только сделаем. Так. Шеринган. А следом. Чидори. Избавляемся от ненависти. И так он меня не бьет, мы можем одарить его. Так, оборона. Ну, давай тебя добьем. Готово. И новая карта. Так, на шаг впереди. У нас 9 урона. Я могу оставить до одной карты в руке. Жажда силы. Беру карту. И больше карт беру за каждый статус или проклятие. Ну, лучше возьму парирование. Так, я не знаю, какую карту нас заставит играть дневник будущего. Так, снова можем убрать одну карту из колоды. Давайте даже рискну. Попробую оставить себе одну эту травму. Выберу лучше оборону. Попробуем что-нибудь сделать, чтобы у нас были руки змеи, и чтобы они были хоть немножко эффективны. Так, захват. А, ненависти я сейчас не хочу получать. На цепи. Вот удар. Удар можно.
Так, 8 урона сфера тьмы, плюс удар, плюс удар. Можно немножко обороны. Так, оборона. Это неплохо. 4. Так, ну и что у нас? Давай один раз ударим. Чтобы получить еще единичку урона. И давай сделаем так, чтобы следующий продукт гарантированно от него избавиться. Удар. И удар. Золото. Смотрим. Проклятая печать — это неплохо. Дает нам энергия. С ненавистью мы также будем избавляться. Поэтому возьмем тебя. Что здесь? В принципе, здоровья много. За ключами пока не гонимся. Попробуем что-нибудь улучшить. Поднимает одно здоровье, носит 11 урона. Получит неплохо. Вместо этого здоровья 8 урона. Наверное, да. Если мы давать на одну энергию больше, но пока это не так критично, энергии у нас и так 4. Так, пойдем дальше. Ну, давай разыграем оборону. Дальше. Ты планируешь атаковать очень сильно. А мне от тебя... Так, 2 силы, 2 ловкости. Нет, давай слабость на тебя. Плюс... Так, надо от тебя все-таки избавляться. Ты долго думаешь, но бьешь сильно. И неприятно. Все. От вас мы защитились. Так, давай, значит, шеренгом к тебе. От тебя тоже надо избавляться, да? В принципе, от тебя мы избавляемся 2 атаками. 3 атаками. Так, ну. Так, если я разыграю тебя, ну, в принципе, нам не должно хватить. 1, 2, 3. Получаю 8 урона. И сейчас он еще будет бить. Вот нехороший. На 25. Ну где же это видано? Так, ну давай нам сферу молнии. Плюс Аматерасу. И, видимо, защита. Ну давай, видимо, защита. Неприятно. Ну, что поделать. Так, ты что у нас? При потере здоровья это так будешь получать силу. Ну, что тебе возьмемся в последнюю очередь. А ты на меня хрупкость вешаешь. Какой себе? Давай возьмем лучше парирование. Так, проклятая печать. Избавляемся от ненависти. Возьмем парирование. И защиту на всякий случай. Так, удар по тебе. 4. По тебе, чтобы тебя разградить. Хочу ли я тебя атаковать сейчас? Ну, давай, наверное. Нет? Ну, сейчас просто ударом тебя добьем. Так, сила Индры. Энергия за каждую заряженную сферу. Это неплохо. Управление пламенем, талант. Заряжает одну сферу тьмы. Плюс дает 2 огненного барьера, когда срабатывает пассивный эффект сферы тьмы. Давай возьмем. У нас есть уже одна карта, которая дает нам сферу тьмы. И посмотрим. Из этих двух путей. Этот выглядит неплохо. А здесь элитный враг. Элитный враг как-то артефакт. Но у меня уже всего 41 здоровья. Может быть, еще меньше.
И как бы мне не хотелось получить артефакт, я все же выйду по правому пути. Возможно, зря. Но... Так, ну, 8 урона, это 8 урона. То есть тебе стоит зарядить как можно раньше. Так, заряжаем еще одну сферу тьмы. Так, от тебя мы избавимся. А, давай воспользуемся. Чуть-чуть. Чуть-чуть избавимся от тебя. На тебя наложим заряд. И подтянем Чидори, наверное. Все. Заряжаем сферу молнии. Бьем тебя раз, бьем тебя два. И думаем, что мы хотим. Я хочу, наверное, это мое. Новый слот. И плюс возможность при улучшении до карты заряжать случайную сферу. Зилофон. На X. Вопрос, а что мы можем тогда улучшать? Можем тогда с помощью управления пламени делать множество, да? Можем, наверное, с помощью этой карты. Что в этом отвороте может быть интересно? Давай попробуем через Аматерасу пойти. Интересно же. Мне, по крайней мере, интересно. Ну, давай так. И я хочу улучшить одну из карт. Три огненного барьера получать. Нет, я хочу заряжать при этом случайную сферу. Это будет веселее. Так, ну, погнали. И раз, минус 4 здоровья у меня, минус ты. Так, черная кровь, зелье из ведьмака, два яда накладывает. И плюс, когда меня атакуют, накладывает на атакующего 3 кровотечения. Неплохо. Я даже заменю. Что стоит взять здесь? Все это обычные карты. Львиная комп, но неплохой, если бы у нас было что-то. За насила. Печать. Слушай, да, тут я не подумал. Надо было, да, по крутой печать в зелофон засунуть. Это было бы просто шикарно. Я трачу 4, получаю огромное количество энергии. Да. Это было бы забавно, как минимум. Ну ладно, в следующий раз, может, когда-нибудь попробуем? Обязательно попробуем. Но пока надо выбрать что-то из этого. 10 защиты за 2. Выглядит пока не очень. Хотя у меня уже... А, у меня нет ничего. У меня нет дополнительного фокуса. Поэтому можно, наверное, взять тебе гендюльцу. Так, пойдем сюда. Посмотрим, есть ли нам что улучшать. Тоже гендюльцу сделаем бесплатным. Почему нет? Хотя, с другой стороны, в энергии-то у нас проблем нету. А все равно сделаем его. Так... За окнами носится страшный шум. Я сейчас сделаю небольшую паузу и прикроем окна. Кто любит соседей, кто приезжает под окнами на машине и начинает включать свой бумбокс? Мне кажется, никто их не любит, но... Так, кусочек сяги. Каждая сятая атака, которая разыгрывалась, стоит 0.
Пусть будет. Пусть будет. Сможешь экономить карты, это хорошо. А вот тебе минус сила и уязвимость. Это хорошо. И раз, и два. Немножко защиты мне. И давай я еще панцирь возьму. Уже очень не хочу тратить здоровье. Ринган. Давай управление пламенем. Плюс еще один слой и еще одна сфера. И атака. Защиту можно, наверное, не играть. Но вот ничего не принесет. Хрупкость наложу. Ну что, 8 урона. Разделаемся с тобой. Малой крови. Так, навык окружающее пламя. 12 защиты. Активирует пассивный эффект следующей сферы тьмы. Если чего ее заряжает. Ну, пошли по сферам тьмы. Посмотрим, как это будет. Ты думал, сейчас лучше отдохнуть. Здравствуй, страж. Придется избавляться от ненависти. Возьмем тебя. Зачем мы это сделали? Ладно. Выгоднее было бы наоборот, конечно, и разобрать в данном случае, но... Ну, тут варианты небольшие. Удар, сфера тьмы. Ну и все. Мне придется использовать черную кровь. Но пока слабость на тебя. Давай на тебя. Минус сила. Уязвимость. И, наверное, Аматерасу. Чтоб ты свернулся и не атаковал. Наверное, да. Стоит ли перед этим? Нет. Так-то лучше. Так, оборона. Еще одна сфера тьмы. Отлично. Давай. Давай еще оборону и тебя ударим. Так. Придется тебя ударить и колоться. Плюс новый слот. Плюс шеринган. И давай потянем, наверное. А вот здесь надо подумать. Нужна ли нам дополнительная энергия? Энергии, наверное, нет. А что у нас кроме этого есть? Есть что-нибудь еще хорошее? Она мне дает посмотреть. И сюда не дают посмотреть. Но... Все даст мне просто энергию. Энергия мне сама по себе не так нужна. Я попробуем сбросить это. Посмотрим, что придет. Оборона. Ну, хоть что-то. 7 урона 2 раза. Можно, в принципе. Сделать так. А, 2 яда на меня. Ладно. Ладно. Пусть так. А то у тебя теперь опять кровотечение. А мне нанести тебе 40 урона, да? Во-первых, это слабость. Но пока я тебе носить урон не буду, я просто защитюсь. Ну ладно, я тебя один раз ударю. Как он хорошо дамажится-то от меня. Неплохо. Так, ну, придется первым разыгрывать щедры. Теперь говорят, хорошо бы тебе разыграть окружающее пламя, чтобы активировать пассивный эффект сферы. А давай я разыграю лучше Аматерасу. Так, золото, бутылка водки и новая карта. Ренеган. Не нравится мне Ренеган, а надо что-то выбирать.
А вот стрела Индры, которая стоит дешевле за каждую заряженную сферу и носит 30 урона, выглядит неплохо. Но только пока мы идем не через зажигание, думаю, стрела Индры будет лучшим выбором. И новые карты. Саски с бутылкой водкой, да. Это может быть страшное зрелище. Так, огромный дом. Получаем энергию в начале хода. При подъеме мы потеряем одно случайное зелье. Мы потеряем бутылку водки. Потеряем 50 золота. Уменьшим максимум здоровья на 5. Получим один удар и поменяем одну карту. Ну, окей. Тут механический глаз. В начале хода. В первых трех ходов битвы кладем карту из стопки добра к себе в руку. Либо стать мультиклассом. Взять себе еще Саски, который пишет свитки с заклинаниями. Это забавно. Может быть... Ну, наверное, так как пока мы за написателя свитков не сильно играли, лучше, наверное, пусть он потеряет эту бутылку водки. Да, а то он забудет 5 энергии. А что у нас там? Мы гендзюцу еще потеряли, да? Да, мы потеряли еще гендзюцу, но это не очень хорошо. Еще удар обычный. Зато получилось карту увидеть все. Накладывает захват цели, уязвимость и слабость на всех врагов. Ладно. Так, ну пойдем в джунгли. Может, в джунгли нам повезет. Ой-ой, против нас тотем. Давненько это там не видел. Пойдем пока направо. Гигантский крыс. Ну, давай начнем на тебя. Так. Теперь. Чидарь, Тама, и управление пламенем. Оп, и стрела Индры уже стоит единичку. А у нас еще 3 энергии. Мне кажется, неплохо. И болт их 30 урона. 5 защиты. Мне кажется, отличное начало. Так, оборона. Ну давай, пока эту печать. Вопрос, добьем ли мы тебя Аматерасу? 66 урона. Я думаю, добьем. Давай. Потеряли 3 здоровья, но я думаю, не так страшно. Так, и еще одно управление пламенем. Может быть, раз мы идем по сферам тебя, это может быть неплохим вариантом. Неплохой идеей, так сказать. Периферийное зрение. Не улучшенное к тому же. Или просто 9 защиты. Ну, возьмем талант. О, пауки, которые друг друга разыграть. Я должен разыграть и увидеть все. Серьезно. Ну, хотя они, конечно, ослабнут. Придется бить сперва тебя. Потом тебя и по очереди. И вас пятеро. Ну ладно, раз я должен сыграть, давай сыграем. Завершить. Так, теперь хочу ту фляжку, которая x увеличивает на 2. Так, я должен сыграть прокрутую печать. Ну, что поделать. Сыграем. 7 энергии. Давай, значит... Тебе урон сфера за 3. Давай с тобой разделаемся и тебя немножко стукнем. До вас мы пока не дотягиваемся. Ой. Так, удар. Двенадцать защиты, наверное, пока не так надо. А с другой стороны, пусть будет сфера тьмы. Давай тебе еще слабость. Просто чтобы была.
Так, ну, еще одна сфера. Так. А что это у нас? Это мы запаутиненные. Увеличивается на первых взятых 0 карт. На единичку. Окей. А почему оно сюда стоит дешевле? Потому что это 10-я атака. Вот нам этот раз вот не распространяется. Но с другой стороны, если я попробую разыграть тебя. Ага. Он убьет тебя, и на этом больше не будет тратить мое. Ну, тогда буду знать. Буду знать. Сейчас снова одна из карт будет стоить дороже. И я обязан ее сыграть. А, травмный удар. Я, наверное, брошу. Давай потянем сферу тьмы. Наложим на тебя еще слабость. И оборону. Я думаю, пока хватит. Так, а он избавился от негативных статусов, как это. Ну, ладно. Так. Ну, давай новую сферу. Опять рваная сфера молния. Опять защита. Опять. И... давай так. Готово. Так, все враги теряют 3 силы до конца хода за каждый мой статус и проклятие. Я специально для этих целей держу у себя ненависть, травму. О, каждый из них будет терять 6 силы. Но сжигаются. Действует это один ход. Может быть, не настолько хорошо. Вот озлобленность может быть лучше. Итак, что у нас в кирпиче? Серия разрядов. Ну, давай возьмем. Мы возьмем серию разрядов. У нас из начертателя заклинания он. Что я хочу отложить? Хочу отложить явно сферу стрелы Индры. Может пригодиться как мне. А хотя другим оно может не так пригодиться. Ладно. Уже поздно. Схватился? Прикольно. Можно съесть манго, восполнить 9 здоровья. Либо брать все защиты, но получить 5 тыкв. Сколько у меня защит? Вот если можно было бы убрать все 5, все удары. Хотя, не, 5 тыкв не хочу. Я от одной защиты избавился. Поэтому, наверное, я... да, я лучше подлечусь. Может, здоровья мне не хватает. Очень вкусно. Лев. Ну, удар льва. Гордыня получает силу в этом году, когда я разыгрываю карту. Вот. Ролик. Ой, как неприятно. Как он сейчас неприятно. Он сейчас хоть ничего не играет. Ладно. От этого стоит. Ну, а вот остальное, наверное, нет. Поэтому пока все. Давай, злобленность. Какую-то печать. Парирование, слабость. Барону. И уязвимости кучу. Ну, можно от тебя еще избавиться, но... вот, управление пламенем. 12 защиты. Лучше вам. Оп.
за две. А, давай. Можем, конечно, тебя ударить бесплатно. Минус у тебя 6 урона. Не, пока не буду. Вот, пламя пламени. И окружающее пламя. И добьем. Мы все еще живы. Так, Сюрикен призрак. 7 урона и заточка. Нет, в этом плане уже вот боевик и Ясакана Магатама для нас полезнее. Если только она не приходила самой первой. Так, ну, пойдем попробуем справиться с слиткой. Так, сферать мой барьер. Хорошо. И что? Сжираешь мясные мешки, будешь восстанавливать здоровье. Сакара. Так, что у нас зелье отнимает у врага 2 силы, может пригодиться. Так, мясные мешки 2, просто глушеные. Так, а ты будешь съедать их, лечиться на их здоровье, получать силу. И, по идее, от мешков надо избавляться. Так, но он его пока не съел. Ну, значит, стреляю эндеры в тебя. Ясаку на Магатаму сюда. Управление пламенем. Я посмотрим, как у нас серия разрядов будет разыгрываться. Записываем эффект. 10 урона и одна дополнительная цель. В тебя. Ну, в принципе, неплохо. Блин, на пару. В следующий раз, когда я разыграю все свои уникальные карты в своей колоде, я получу и редкую реликвию в качестве награды. А на 16 уникальная карта. Ну, хорошо. Думаю, сейчас будет 17. Анализ нет. Сила или фокус... Возможно, да. И сжигать карту. Давайте координацию. 17 карт. Так, и пойдем попробуем куда? В этот магазин. Я в этот магазин. Этот магазин вот чуть дальше. Но тут есть и лагерь, и что-то неизвестное. Вот просто обычные враги. Ну, пошли в магазин, который чуть подальше. Так, если мы что-то улучшаем, то что? Стрелу Индры, чтобы наносила больше урона и было дешевле. Звучит неплохо. Ну, давай улучшим стрелу Индры. Все-таки так. Можно найти лагерь. Да, пусть будет. И еще один сундук. Манга. Плюс 14 максимум здоровья и подхил. Да. И регенерирующий слизень. Почему слизень? Скользкая лоза. Регенерирующий слизень. Свои свойства. Восполняет 3 здоровья, когда я разыгрываю не атаку. Ну, будешь лечиться иногда, значит, что делать?
ты один, потом на тебя, по идее, озлобленность не так полезна. Смотри, вот тебе атака. Бесплатная. Так. Ну, давай. Зарядим сферу тьмы. Положим на тебя всякое. Так, возьмем себе больше слотов. Еще один захват. Давай тебе Ясаку на Магатаму. И удар. Немножко растемся. Так и быть, подлечись. Проклятая печать. Наверное, ненависть. Он лечится при этом. Ничего. Удар. Удар. Немножко барана. Ну что? И все. И новая карта. Поток 4. Заражаем сферу молнии. Все сферы молнии бьют по всем врагам в этом походу. Можно бесплатно уменьшить силу врага. Умножить две уязвимости. У нас сейчас нам через что все идет? В принципе, уязвимость хороша. У нас много чего идет через сферы тьмы. Хотя на сфере молнии у нас... Что нам дает сфера молнии? Чидори? Есть ли смысл нам разбиваться сразу? С другой стороны, улучшенный поток Чидори, он бесплатный. Поэтому его надо будет улучшать. Это уже улучшено. А, давай взем поток 4. У нас массовые атаки не так уж и много. И давай, наверное, сразу тебя улучшим. Так. Что у нас тут, значит? Мы должны разыграть парирование. Давай на тебя. И ужас. Так, культист Змеяка будет меня дебафами обвешивать. Эту странную штуку я вижу первый раз. Мне атаковать, нанеся 0 урона. У него 4 артефакта. Позиция врезания. Так, я получаю 3 урона, когда разыграю атаку. Так, у него приближение, врезание, возвращение. Да, смотрите, сейчас я... Да, я буду получать урон, когда буду разыгрывать атаку. Пока атаку разыгрывать не будем, разыграем ненависть. Оп. У него позиция возвращения. Безобиден. В принципе, в эту же позицию я тебя могу вернуть, когда я разыграю еще карты. Давай еще, значит, силу. Оп. У тебя позиция приближения. Собирается атаковать на 10. Окей. Давай тебя, наверное, стукну. Оп. И давай сделаем тебя безобидным. Так, я должен разыграть ему террасу, да? Ну, давай, наверное, по тебе. Так, ну как минимум минус культист. Плюс. Стоит до сферы. Плюс. Глубинность. Управление пламенем. Планируешь мне, правда, атаковать? Что не очень хорошо. Да, надо было разыграть последнюю карту, но да ладно. Сделано, то сделано. Атака. Давай тебя уничтожим. Хотя надо бы разыграть другую карту, чтобы вообще по ней ударяться. Так, 6 урона за каждый мой статус и проклятие. Вообще, эта карта уже носит 12 урона за единичку. Что уже неплохо. Давай.
И идем сюда. Смотрим, что увеличит максимум здоровья. Но я и больше не могу получать новые реликвии. Нет, я, пожалуй, откажусь. Если бы это было в магазине перед последним боссом, то да. А так? Так, могу переключаться между путями. И за каждый добавленный статус враги теряют силу. Вот такое. Теперь возможность перескакивать с пути на пути. Было бы веселее. Может, перед нами еще... Еще один этап. Хотя стоит 300. А если я тебя возьму, я не смогу взять. Правильно? Да, мне не хватит на ботиночки. Есть статус. Мои карты мне статуса не дают. Поэтому мне ботиночки, наверное, не так полезны. Статус дают некоторые враги, конечно. Поэтому я буду себе терять силу. Ну да, все-таки возьмем ботиночки. Попробуем поскакать с помощью ботиночков. Так, а пойдем дальше. Можем пойти в еще один магазин, но денег у нас пока мало. Вот, просто пойдем дальше. Так, 12 защиты. Ну, что делать? Так. Давайте поударим немножко. Избавимся от ненависти. Так, увидеть все, пока играть без монстра. Потому что у нас энергии не осталось. Тебя. А ты мне все равно будешь каждый ход приходить. Давай пока подождем. Так, давай, оборона. Дальше. Ой, вы как-то сильно атакуете. Давай-ка мы возьмем себе 5 ловкости. Ну, за 3. За 3, это неприятно. С другой стороны, что делать? Надо защищаться. Мы почти полностью защитились. Так, защищаемся. Так, ну давай. Проклятая печать. Захват цели на тебя. Посмотри, может, что-нибудь более полезное придет. Нет, еще один удар. Заряжаем сферу молнии. Понимаем, что у нас защиты-то особой как-то нет. Нам надо что-то на добор брать. Эта карта нам сейчас не поможет. Ладно, получаем 15 урона. Так, ну, зато... Побеждаем. Но надо отдыхать. Восприятие. Брать одну карту, когда предсказываем. А у нас на предсказание что? Только шаринган? Пока. Кроме шарингана у нас предсказывания нету. Поэтому, наверное, нет. Парирование дает там 9 защиты. И тут 8 защиты и захват цели. И тут слабость. 2. Возьмем парирование. И пойдем спать. Можем получить 3 дебрильных заряда на ботиночке, но у нас 3 заряда есть. Вот так. Ой. Здрасте. Так, тотемный шаман. И 3 тотема. Он планирует себя усилять. Этот тотем умирает. Все враги получают 1 силы, и он не получает урон, пока тотемы живы. То есть надо разбираться с тотемами. Так как это босс, давай возьмем себе талант. Посмотрим, хочу ли я негодование. Отнимает здоровье, сжигает карта. Нет, тебя не хочу. 5 урона случайному врагу, когда сжигается карта. Ну, в первом успешном забеге за Саски. Это было весьма полезно. Наверное, тут будет лучше получать фокус. Так, ну давай по тебе.
Давай с верхнего начнем. Талант. Так, немножко обороны. Давай атаку. Избавляемся от тебя. Еще одна атака. Получаем 11 урона. Как-то все не очень хорошо складывается, но... Давай пробуем атаку. А вот интересно. А я тебе не могу 11 урона нанести, да? Давай попробуем. Так. Нет, эта штука все равно будет стоить единичку. Но с другой стороны. Давай хотя бы от тебя избавимся. Ой, а чё у вас еще появилось? Чего он еще раз появился? Чему? Я на этом не рассчитывал. Какой странный бой. Вот меня к такому точно не готовили. А все так хорошо шло. Ну, я попробую еще раз. В преддверии никого не убил. Тут всего одна орбита. Наверное, мало артефактов. Не страшно. В следующий раз обязательно повезет.